Добрый день, меня зовут Максим, канал The Quice. Наконец-то я нашел время заехать сменить свое масло в машине. Заехал на сервисную станцию Firestone. Здесь можно произвести ремонт машины, сделать балансировку колес, поменять колеса. Короче, сделать все. Как я уже ранее рассказывал, очень выгодно отслеживать все эти разные интересные предложения. Вот я распечатал купончик на $10, уже отдал на ресепшене. Ну, а вот это, собственно говоря, зал ожидания. То есть тут можно вот посидеть, посмотреть телевизор, бесплатное кофе, какие-то вот жвачечки, вот журнальчики, очень все удобно. Опять же, можно колеса все интересные присмотреть. Вот, кто интересуется, значит, вот такой вот стендик интересный. Кто не знает, какие детали называются, очень, так сказать, подробно все объяснено для самых лохов, как все это сделано. Ну и вот, вот так вот, вот все это. Вот. Ну, а я здесь буду сидеть, вот 40 минут ждать, дождусь, пока маслице мое сменится. Вот. Ну и заодно обдумаю еще сегодняшние ролики. Так что следите за апдейтами, вот, оставайтесь на моем канале. Напоминаю, для тех, кто не знает про конкурс, вы можете выиграть свою электронную сигарету. Вот. Ну и в скором времени вас ждет обновленный канал. На днях разговаривал с Юрой из Индианаполиса. Он мне дал очень много полезных советов и рекомендаций по раскрутке канала. Так что я думаю, что в течение этой недели я постараюсь сделать полный апдейт своего канала. Ну и как бы вы увидите разницу. Удачи!